Индийцы празднуют Холи и встречают весну. Правда, в этом году фестиваль проходит на фоне распространения китайского коронавируса. На востоке страны, в Калькутте, участники праздника надели защитные маски. Появилось сообщение о том, что Холи нельзя праздновать. Его запретили из-за коронавируса. Нельзя, чтобы эта болезнь распространялась. Поэтому мы отмечаем Холи в масках. В Индии зарегистрирован уже 41 случай заболевания COVID-19. В аэропортах и на пограничных КПП у людей измеряют температуру. Власти призывают всех избегать многолюдных мест. Премьер-министр Нарендра Моди написал в Твиттер, что не станет участвовать в фестивале красок. Впрочем, в северном городе Матхура праздник Холи проходит как обычно, и масок на людях не видно. На улицах организуют яркие шествия и развлекают зрителей традиционными танцами. А это Райпур в центральной Индии. Здесь полным ходом идет производство экологичных красок для фестиваля. Их делают из лепестков различных цветов.